Издательский дом «Бизнес-кейс», состав которого входит телевидение, радио, газеты, журнал, на днях провел бизнес-пати, где презентовал свои ресурсы. Мероприятие прошло на ура. Об этом и не только рассказал руководитель коммерческой службы холдинга Демид Кулик. Быть рекламным менеджером сегодня интересно, ведь предложить можно многое. Например, полный цикл производства, от сценария до готового ролика или даже фильма, адаптированного к соцсетям. А еще только в «Бизнес-кейсе» вам предложат комплексное размещение. В составе холдинга «Радио Лема» и ВБС, РИА «Владнюс» и газета «Владивосток». Делать рекламу, которая работает и вызывает отклик у потребителя, всегда приятно. Главный секрет хорошей рекламы – показать ценность продукта. И показать, насколько этот продукт конкурентоспособен с другими товарами и чем он лучше. Показать его все плюсы. И чтобы потребитель, приходя, понимал, что если он покупает данный товар, за что он платит и что он получит. Если вы обратитесь в «Бизнес-кейс» за размещением рекламы, о вашем бренде узнает все Приморье, убежден Демид Кулик. Ролики, сюжеты, фильмы, макеты, статьи и адаптация всего этого для соцсетей рекламная служба умеет все. А если обратиться в наш медиахолдинг «Бизнес-кейс», то мы вам сделаем все под ключ. То есть, если вам нужна полностью рекламная кампания, вы к нам обращаетесь, говорите, что вам надо изготовить, мы вам можем сделать видео, сделать аудиоролик рекламный, можем сделать фичеры на радио, можем из этого сделать статью в газету, также можем все разместить на автобусах, отдать все в интернет, информационное агентство, и все наши ресурсы осветят это полностью во всех своих социальных сетях. То есть у вас будет полностью полготовая рекламная кампания, которая войдет в массы. О том, насколько интересной может быть рекламная подача, можно судить по креативному празднику для рекламодателей под названием «Вне эфира» от «Бизнес-кейс». Событие прошло 10 октября в зале «Джоконда» отеля «Гавань». Презентацию ресурсов холдинга провели в виде интеллектуальной викторины под названием «55 на троих». Участники, сотрудники холдинга, потенциальные и реальные рекламодатели получили подарки и бесплатные минуты эфирного времени. Группа «Радиобенд» и популярные ведущие шоу «Двух радио» создавали настроение. Медиаресурсы холдинга давно завоевали любовь и доверие жителей Приморья. Рекламодатели знают, об их бизнесе лучше всех расскажет команда «Бизнес-кейса». Это уже известность в городе, это стабильное качество, и очень приятно работать с персоналом, нам оказывают всегда помощь, поэтому идут на контакт, поэтому мы выбираем и «Бизнес-кейс». С холдингом «Бизнес-кейс» мы достаточно давно сотрудничаем. Мы размещаемся на 8-м канале. В частности, корреспонденты делают сюжеты достаточно хорошие, и нам очень нравится сотрудничать с «Бизнес-кейсом». В дальнейшем, конечно, планируем поддерживать взаимоотношения. Свои возможности гостям представили и популярные ведущие шоу с радио ВБС. Создатели ярких программ, сестренки шоу «Экватор», «Чай, котики, рок-н-ролл» были звездами на бизнес-пати. Это утренние шоу «Сестренки». Именно с них начинается каждое утро Владивостока. «Бизнес-кейс» уже многого добился. «Лема» и ВБС являются лучшими радиостанциями на Дальнем Востоке. 8-й канал вещает не только в Приморском крае, но и зашел в Хабаровский край. А еще стал первым городским YouTube-каналом. Холдинг развивается, растет, и его контент теперь можно смотреть, слушать и читать с любого гаджета в любой точке мира. Работать с творческой командой сотрудников «Бизнес-кейса» – это выгодно и креативно. Если сейчас вы верстаете бизнес-план своей компании на 2020 год, не упустите шанс прозвучать на весь край в программах и шоу ресурсов «Бизнес-кейса». Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев, Игорь Болтов, Станислав Лазебный. Новости на 8-м.